Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста. Тема сегодняшней лекции – экономические интересы. Экономические интересы. Значит, для того, чтобы эту тему рассматривать, необходимо иметь предварительные знания. В частности, надо знать, что такое производство. Мы с вами говорили о том, что такое производство. И различаемые такие две категории, как труд и производство. Да? Труд, как мы выяснили в самой первой лекции, это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. При этом ничего не говорится в этом определении труда о том, в рамках какой общественной формы это совершается. Каковы те отношения, в которые люди вступают, чтобы трудиться, чтобы производить. А вот другая категория – производство. Категория производства как раз делает акцент на этих отношениях. Категория производства включает рассмотрение того, какие именно отношения обеспечивают нормальное функционирование труда разных людей. Производство определяется так. Производство есть процесс присвоения предметов природы. Производство есть процесс присвоения предметов природы. В рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Так, это очень важное определение. Так или иначе, мы этого уже касались. Давайте тут все выясним все понятия. Что такое процесс? Все знают? Что это? Это мы уже разбирали, да? Так что это такое? То есть вам легче? Ну, если легче, давайте. Что-то продолжающееся? Что продолжающееся? Что-то продолжающееся. Продолжающее состояние, да? А? Что-то продолжающееся, имеющее начало и конец. Что-то продолжающееся, имеющее начало. А если нет начала и конца, то и процесса нет, да? Вот процесс движения, например, в материи, во Вселенной, что начало имеет и конец. Да? Конец-то скоро, нет? Мы как... кажется, нам-то хоть на... хватит на жизнь. Почему начало и конец? Почему обязательно начало и конец? Процесс – это любое изменение во времени. Об изменении мы с вами говорили. Мы в прошлый раз много времени посвятили чему? Чтобы разобрать, что такое изменение. И разобрали, правильно? Изменение уже рассматривается нами как единство равенства с собой и неравенство с собой. Верно? Но если это изменение во времени, потому что даже если вы берете без времени, без движения времени, в данный момент все равно есть и равенство с собой, и неравенство с собой. Правильно? А вот если это изменение во времени, это процесс. Процесс. Теперь что такое присвоение? Кто скажет? Присвоение что такое? Что такое присвоение? Как вы считаете? Получение собственность. Значит, собственность гораздо более сложная категория. В науке принято более сложное. Поскольку оно сложное, оно сложенное из простых, определять через более простое. Собственность более сложная категория. И это вот так можно обезьян определять. Кто такие обезьяны? А те, от кого вот люди произошли. Правильно будет определение? Неправильно. Присвоение. Вот разные бывают, вот, так сказать, ситуации. Например, я вот беру авторучку, так, и начинаю ей писать. Означает ли это присвоение или нет? Как нет? Потому что мы не знаем вашу цель. Потому что вы не знаете определения, поэтому вы не можете правильно ответить. Присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Не она же пишет, я же пишу.
Кто пишет сейчас? У вас булка есть? Нету? Что-нибудь съедобное есть что-нибудь? А я хотел вам показать. Шоколад. Вот вы заходите в магазин, в супермаркет. Подходите к хлебному отделу, берете булку и откусываете. Это что? Присвоение. Присвоение – это процесс превращения в процесс своей жизнедеятельности. И спокойно дальше идете мимо кассы на выход. Если спросят, почему, у вас ответ наготове. Потому что у нас стипендия 1450 рублей. Народ в ужасе отшатнется и за вами не погонится. Вы пользуетесь сейчас своим блокнотом? Вот когда вы им пользуетесь, вот вы сейчас его превратили в процесс своей жизнедеятельности. А если вы возьмете блокнот, сложите и соседа по голове, раз, за то, что он не знает, что такое присвоение, это тоже будет присвоение, потому что присвоение не означает, что вы должны именно извлекать ту пользу, которая, так сказать, как бы задана самим предметом, да? То есть блокнот вообще не для того, чтобы им кого-то по головам бить, а он для того, чтобы писать. Но это точно процесс вашей жизнедеятельности. Вы же берете его, вы же так его применяете. То есть всякого рода превращение в процесс своей жизнедеятельности есть присвоение. Но если вы уже откусили эту булку, начинаете ее переваривать, это уже будет не присвоение, а усвоение. Переваривание, а это элемент усвоения, правда? Если переваривает, никак не усваивает. И все время переваривает, значит, не сварение еще называется, желудка. Бывает такое заболевание. А вот когда усваивается, это усвоение. А вот мы говорим о присвоении. То, что происходит в желудке, этим не занимается философия, в общем. Этим занимаются другие науки. А вот то, что относится к деятельности человека, этим занимается. Каким образом присваивают? Самым разным образом. Представьте себе вот такую ситуацию, как появление колонистов в Северной Америке. Поскольку туда поехали истинные демократы из Старого Света, что они сделали? Первым делом они поубивали всех местных жителей, индейцев, поскольку они демократы. Во-вторых, они завезли рабов из Африки себе. Поскольку они демократы и хотели сделать настоящую демократию. Первая демократия это была на рабовладение основана, правда, в Греции. Но вот они, наверное, решили сделать настоящую демократию и завезли туда. Потом начали осваивать земельные участки. А как вот, приехали в прерии, так колышки поставили, а у каждого кольт. У них и до сих пор в Соединенных Штатах Америки оружие. То есть свободные продажи и, так сказать, считается, что каждый может владеть оружием. Так, вы зашли на мой участок, пиф-паф, и все должны понимать, что не надо заходить за колышки, поскольку я вот превращаю вот эту землю, которую огородил, в процесс своей жизнедеятельности, я ее присвоил. И никакой я собственности ничего не знаю, никаких категорий, я присвоил ее и все. Ну, сейчас я вот заберу ваш блокнот, присвою и все, вы будете там про собственность рассуждать, ну ладно, блокнот не буду, возьму просто телефон, потому что как-то он мне больше понравился. Темный, в пиджаку подходит. Присвоение. Так вот, процесс присвоения предметов природы. Процесс присвоения предметов природы это означает, что человек, то есть общество человеческое, обращает вещество природы в процесс своей жизнедеятельности. Вот вы сейчас сидите за столами, они из чего сделаны? Из предметов природы. Правильно? Какой природы? Если это дерево, то это, так сказать, мало еще обработанный материал. А если это пластмасса, то это уже некий процесс переработки природных материалов. Мы имеем дело с очеловеченной природой. Здание, в котором мы находимся, это что такое? Это природа какая? Очеловеченная тоже. Вот так, чтобы вот естественным образом в горах вдруг образовалось такое здание с такими аудиториями, еще номер бы стоял 155, на аудитории, в которой у нас проходит лекция, такое это не видано, не слыхано, правда? Вот. То есть, но мы должны понимать, что вот то, что сейчас происходит, в том числе, это присвоение предметов природы. Потому что мы сюда пришли, вы слушаете лекцию, я лекцию читаю, и мы ее превращаем в процесс нашей жизнедеятельности. Сейчас жизнедеятельность состоит в том, чтобы осваивать материал.
вопрос о том, что такое производство. Производство есть процесс присвоения предметов природы, но с предметами природы ясно тоже мы поговорили, что разные предметы бывают, девственные и уже человечные. В рамках определенной формы общества. Форму общества вы тоже знаете, мы это разбирали в курсе философии. Формы общества, их всего человечество знает 5. Это первобытный общинный коммунизм, затем 3 формы, которые являются отрицанием этого коммунизма, рабовладение, феодализм и капитализм, они основаны на частной собственности, и отрицание этой частной собственности или уничтожение частной собственности, коммунизм, вышедший из капитализма. Вот и все. То есть всего 5 способов производства, 5 формаций, 5 общественных форм присвоения предметов природы. И посредством нее написано, то есть вот в этом самом присвоении участвуют обязательно сами отношения. Если отношений этих нет, то и нет и производства. Для того, чтобы присваивать, обязательно трудиться или нет? Наше современное общество в России показывает, что наоборот, тот, кто больше трудится, тот меньше получает. Тот, кто не трудится, тот больше получает. Правильно? Вот сколько получают, например, граждане, члены правления Роснефти? Материальным производством не занимаются, но они же месячно получают 17 миллионов рублей. По отношению к ним бедняками выступают члены правления «Газпрома» – 5 миллионов рублей в месяц. По отношению к ним работники РЖД, ну совсем бедняки, всего 5 миллионов. Вот это свежие данные вот на сегодняшний год. А у меня есть данные довольно старые по правлению Сбербанка, нашего дорогого, куда все старушки и все люди, с которых денег мало, они пытаются сохранить лихорадочно. И на всяких размещают счетах примерно по такому принципу, что инфляция 15%, а им до 5%, под 5% дают. Они рады бесконечно. То есть у них на самом деле деньги все время уходят. А банк все время берет их деньги, вот этот ряд мне все в банк сдает деньги, а я этому ряду сдаю кредит. С вас получаю процент. Потом с вас беру денежки, вы потом денежки получите в Сбербанк, а вам потом буду сдавать кредит. И вы мне проценты. Процентщик я. Кто такие процентщики? Кровопийцы. Процентщики когда были? В средние века. Вот это называется ростовщичество. Оно у нас сейчас развито. Банковская деятельность, в буквальном смысле слова, а мы с вами находимся в сфере науки, мы все в соответствии берем с понятиями. По понятию банка – это не просто вот такое учреждение, которое что-то дает в долг. Долг дает ростовщические конторы, и все, под проценты. А банк – это учреждение, которое появляется на этапе уже империализма, монополистического капитализма. И оно занимается тем, что временное, свободное в хозяйственном обороте. Средства, если вы что-то делаете, вы что-то продали, а покупать не сразу будете. У вас есть какое-то время, когда они вам, ну, как бы ничего не приносят. Давайте их на время мне, я вам сейчас за это проценты выплачу. Вам выплачу проценты. Потому что я ваши деньги взял. Кто выиграл-то? Я же выиграл. Я же ваши деньги взял, значит, плачу. А вам? А у вас есть временный недостаток. Вам тоже выгодно. Вам нужны сейчас деньги, потому что вы сейчас этот цикл завершите, после этого продадите свои товары и расплатитесь, в том числе выплатите эти несчастные проценты. Какие должны быть проценты? Ну, такие проценты, чтобы они обеспечивали этот нормальный хозяйственный оборот. Мне приходилось многократно критиковать, там, скажем, политику Соединенных Штатов Америки и там те безобразия, которые они творят. Но, как вы думаете, какая норма процентов в Соединенных Штатах Америки? 0,25%. От нуля до 0,25%. От нуля до 0,25%. А в России сейчас ключевая ставка, по которой так называемый Центробанк дает кредиты коммерческим банкам, а по нашим сейчас нынешним законам
нельзя получить от Центробанка напрямую никому, ни физическим лицам, ни юридическим. И вот я иду в Центробанк, вы Центробанк, я у вас получаю под 11%. Так? Но я коммерческий банк. Так, вам деньги нужны? Не нужны? А вам? Вам нужны 21%. 11%. Нет, 22. Он 22, извините, он 11 получает. Центробанк от меня. А я 11 еще добавляю, и получаю от вас 22, ему отдаю 11, мне тоже 11. Ему хорошо, мне хорошо. Кому плохо? Вам плохо. А вам неплохо, потому что вы не связались с этими организациями, потому что эти организации никоим образом не подпадают под определение банка, что они вообще не обслуживают производство. Они, ну, это примерно так, что клопы и блохи вас, так сказать, это ваши родные, они кровные ваши. В каком смысле кровные? Что пьют вашу кровь. И комары тоже кровные ваши. Так и вот эти самые организации. Это никакие не банки. Они не собирают по крохам этот самый финансовый материал, который накапливается в хозяйственном обороте, не передают туда, где это нужно, за малый процент. А они просто, так сказать, нарост на экономическом организме. Паразиты. Паразиты не в смысле ругательства, а паразиты в буквальном смысле. Паразиты – это которые живут просто не трудясь, ничего полезного не делая. Но они, правда, могут сказать, а вот у нас в банках держат счета. Вот я могу сказать, что я как главный, как президент фонда рабочей академии, тоже распорядитель одной из счетов, которая находится в Банке России. На наш счет иногда поступает фонда рабочей академии, как общественное объединение, поступают некоторые средства небольшие, которые профсоюзы нам присылают в порядке помощи. Значит, как только у нас движение счета, вот скажем, допустим, вы нам прислали 300 рублей, например, посмотрели, думают, ну ладно, у меня там совсем нет денег, да и они не богатые, пошли им 300 рублей, буду меценатом. Прислали мне 300 рублей, с нас сразу же снимает банк 4000 рублей за движение счета. Итог этой операции вашего подарка, значит, с нас сняли 3700. Поэтому говорим, боже упаси, только если хотите нам что-то подарить, ну, только больше 4000, но это, в общем, если вы 400 пришлете, все, что вам 100 рублей дали, а вам одни расходы, какой смысл? То есть, вот такая ситуация. Это банк хороший, там Владимир Владимирович, там зарплата находится в этом банке России. Я пытался с ними, как-то поговорить, объяснить. У нас такой, это недавний такой порядок, это у нас прогресс еще пошел. Да. Там за каждое движение 4000 снимают? Нет, если в течение данного месяца было какое-нибудь движение счета, или прислали, или мы за что-то заплатили, то за этот месяц нас сощелкивают 4000. Если в этом месяце мы ничего не получали и никуда ничего не платили, с нас не берутся деньги. Ну а за счет, просто за то, что у нас есть счет, это маленькие денежки идут, само собой. И так далее. И так вот, кто держит свои деньги на счетах, то есть как бы с них ни за что уже эти деньги берут. Не говоря уже о том, что вот если я держу деньги у вас на счету в банке, кто должен кому платить? Вот я как экономист, как профессор по кафедре экономики и права разъясняю, платить должен тот, кто пользуется этими деньгами. Банк пользуется моими деньгами. Кто должен платить? Мне с нас берут за то, что мы держим там счет. Да за то, что мы у вас держим, вы должны платить, любить нас нещадно. Так, вот такая картина с этим самым присвоением. Поэтому общественная форма позволяет получать какие-то материальные блага, присваивать их, превращать процесс своей жизнедеятельности в необозримых количествах, не трудясь. А что такое присвоение чужого неоплаченного труда? Как вы думаете, что это такое? Присвоение чужого неоплаченного труда. Как называется? А? Да. Есть грамотные люди у нас на Руси. Эксплуатация – это определение эксплуатации. Эксплуатация – это присвоение чужого неоплаченного труда.
Ну вот есть, скажем, русские поговорки, очень простые. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Если вы видите каменные палаты у кого-то, то это ясное дело. Со своим трудом такое здание не построишь. В Разливе, например, у меня там есть дача старая, 1895 года рождения. И вот там на Советском проспекте два дома у Кобзона. Один с римскими гладиаторами, там, скажем, в заборе каменном, а другой круглый, как дом культуры. Это, я думаю, там труд большого числа людей воплощен. Или, как говорил еще Аркадий Райкин, вам песня строить, нам жить помогает. Можете познакомиться с дворцом Галкина и Пугачевой на Рублевке. Или лучше ее называть Долларовкой в Москве. Дворец с башнями. Замок. Но они тоже плачут. Вот, например, когда члены правления Сбербанка в 2007 году получали 3 миллиона 700 тысяч, а в 2008 году меньше стали получать. Их, правда, увеличилось число, везде сокращали во время кризиса, а их добавляли. Вместо 20 стало 23 человека. И они стали получать не 3 миллиона 700, а 3 миллиона 400 тысяч. Вот вы войдите в их положение, человек на 300 тысяч в месяц стал получать меньше. Как горько они плакали. Вам это не понять. Вам что 300, что 30 тысяч. Что 3 миллиона. Вот. Ну, фантазируйте. Надо сказать, что если мы по каким-то параметрам отстаем в экономическом развитии, да, то вот по некоторым параметрам мы обогнали. Видите, по ставке процента, да сумасшедшая ставка. Я не знаю таких стран еще, где такие ставки. Причем обсуждают вопрос о возможном повышении ставок в США. Может быть, до 0,3% эту границу увеличат к концу, к декабрю. До 0,3. Наши же держат на уровне 11. И это значит, что ни одно предприятие не может получить кредит. Ни сельскохозяйственное, ни промышленное. Поэтому главный враг нашей промышленности – Центробанк. И денежный блок, который обеспечивает обогащение наших учреждений ростовщических, которые называются банками. Вот и все. Поэтому, когда спрашивают, а что происходит? А почему? Ну как что происходит? Как можно хозяйствовать, не имея возможности получить кредит? Это же не кредит под 22%. Почему? Потому что кредит должен быть сопоставляться с нормой прибыли. Какая нормальная средняя норма прибыли, как вы думаете, в капиталистической экономике? Ну какая? Ну, вы берете какие-то средства, нанимаете рабочих и капиталистов, к примеру, и получаете в ходе эксплуатации этих самых рабочих, получаете прибыль. Какой процент прибыли по отношению к капиталу? 10% – это очень хорошо. 10% – очень хорошо. Мировые крупные компании под 3% работают, под 3%. Если 22% – это будет процент на который я должен заплатить по кредиту, а процент от своей предпринимательской деятельности я в качестве капиталиста получу 3 или 10, ну максимум 10, то что такое взять под 22%? Это значит взять, пропадая моя телега, все 4 колеса. То есть я уже знаю, что у меня все рушится, я у вас возьму и точно уже не отдам. И, так сказать, у нас тем более есть процедура банкротства. Я не отвечаю по обязательствам этого акционерного общества. Я полетел. До свидания. И все. А вы оставайтесь, чем хотите. Вот сейчас собираются 15 тысяч рабочих уволить на АвтоВАЗе. Сегодня сообщение в российской газете. Нет, в газете «Коммерсант», что рабочие АвтоВАЗа требуют национализации предприятия. Потому что хозяева меняются, получают деньги. Оно уже теперь у нас, то Владимир Владимирович рекламировал этот АвтоВАЗ, ездил на желтой машине аж до Владивостока,
А теперь это франко-японская Nissan, Renault Nissan. Раз они сокращают, и что? А куда людям деваться, да? Самое интересное, что на днях Медведев назвал АвтоВАЗ, в том числе и локомотивом импортозамещения, когда большинство деталей и технологий используется там же Renault. Да в том-то и дело, какой это импортозамещение? То есть сам АвтоВАЗ уже не российский по существу. Он не в собственности российских. Не в собственности российских капиталистов. Он в собственности, иностранной собственности. Иностранный – это вывоз капитала. Что такое вывоз капитала? Это то, что нас называют. Нам давайте нам инвестиции. Давайте нам инвестиции. Что значит инвестиции? Это вывоз капитала. То есть вводится капитал, чтобы эксплуатировать вашу работу. Я сюда ввез капитал, буду вас эксплуатировать. Вы рады? Что-то вы не рады. А почему-то люди все ждут. Дайте нам инвестиции. Но если вы такие хорошие экономисты, то вы вывозите, пожалуйста, капитал и получаете прибыль от работы в другой стране. Нет. То есть вопрос о присвоении с помощью общественных отношений, он очень широкий. Вот может труд не совершаться, а производство идти. Производство идти есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот сейчас зерновые у нас растут или не растут? Производство зерна у нас идет сейчас в стране, вот сейчас, в данный момент, такого-то сентября, 28-го. Какие-то, да. Что? Определенные стадии, да. Что определенные? В смысле, там собрали урожай уже, наверное, это уже не производство. Если перерабатывать, это же не производство зерна. Это же производство хлеба или муки из зерна. А производство зерна идет сейчас? Азимы есть, вот люди знают. Не оторванные от земли люди знают. Есть азимы. Азимы когда сажают? Осенью или весной? Осенью. Осенью. И когда они всходят? В октябре. В октябре вот зеленые поля. Изумрудно-зеленые, красивые поля очень. Азимы. Азимая рожь, азимая пшеница. Какие виды зерна дают больше урожая? Азимы или яровые? Как вы думаете? Азимы. Конечно, азимы. Они сейчас, вот в октябре их, они уже взойдут, потом снег их накроет, а корневище будет упрочиваться, разрастаться. Они их будут существовать зимой, укрепляться, заголяться. Только солнышко пригреет, еще до этих, до яровых, до посадки, еще до посева далеко, потому что еще поля в таком состоянии, что ни один трактор не пройдет, завязнут. А зимы уже вовсю растут. И поэтому урожая зимых гораздо больше, чем яровых, при прочих равных условиях. Ну, если вы посадите не урожайный какой-то сорт, а яровой урожайный, это не при прочих равных условиях. Понятно, тогда эта картина и искажает. Но нам важно отметить, что вот сейчас производство зерна идет, а труд идет в это время, когда растут азимы. Но после того, как их посеяли, какой-нибудь труд применяется? Нет. А зимой производство зерна идет? Получается, да, они живут, да? Что нет? Чего вы машете? Ну растут же азимы. Что, они умерли? У вас что? Что, у вас пропали азимы? Надо пересевать весной. Вот эти вот плешины, которые где умерли, надо пересевать. Но если они не умерли, так производство зерна идет? Идет. Труд применяется? Нет. Нет. Вам понравилось, а труд не применяется? А потому что труд – это отец природы, как говорил еще Кене, а природа – мать. Природа – богатство. Труд – отец богатства, а природа – мать богатства. Поэтому земля, земля – природа. Вот земля участвует в этом процессе. И солнце участвует. Не только люди участвуют в производстве, правда? Хотя производство – есть процесс присвоения предметов природы, но в этом производстве участвует и природный фактор обязательно. Между прочим, вот на последних этапах уничтожения завода ЗИЛ, на котором раньше работало 120 тысяч человек, и который снабжал нашими грузовиками, так сказать, все края необъятные нашей страны, Советского Союза,
Ну, вообще зимой не отапливалось ничего. Люди в мороз работали на станках. То есть это присвоение было очень тяжелым предметом природы, особенно стальных, в 20-градусный мороз. Я встречался с Василием Ивановичем Шишкаревым, он имеет 2 ордена за походы на Северный полюс, в том числе за поход 2-месячный через Ледовитый океан в Канаду. Он говорит, я такого холода, как на Зиле, нигде не ощущал зимой. Значит, мы с вами знаем, что такое производство, процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. То есть вот своим трудом не сделаешь, но посредством определенных отношений можно получить. Вот если я акционер, значит, деньги должны мне капать. Какое у нас самое большое богатство, от труда или от акций люди получают в России, как вы думаете? Или, как они говорят, это от собственности. Вот у вас, говорите, я чувствую, нет у вас предприятия в собственности. Нет, да? Ну, акции, может, у вас «Газпрома» есть. Нет? Что-то публика собралась такая, несерьезная. И никого нет в акции на миллион, на миллиард. Нет? Вот у Пугачева был он член Совета Федерации, сейчас за ним гоняются его по всему миру, хотят отобрать эти средства у него. А он был собственником Балтийского завода и завода «Северный Вир». Наверное, на стройке работал, носилки носил сверхурочно и набрал денег на «Северный завод» и на «Балтийский завод». Так что это, так сказать, совсем не то же самое, что труд. Труд – это труд, а производство – это производство. А плоды производства могут доставаться не тем, кто трудится, а очень даже тем, кто не трудится в значительной мере. Так, ну мы это все с вами знаем, поскольку мы знаем разные формы производства и, соответственно, разные общественные экономические формации. Вот теперь вопрос в том, который совпадает с темой нашей лекции, а что такое экономические интересы? Вот вы находитесь в производстве. Находитесь в производстве? Да или нет? А что вы делаете в производстве? Материальных благ. Работаем. Да, где вы работаете? Какие вы материальные блага создаете? Документация. Документация – это не материальное благо. Это передача информации. Я, например, тоже работаю, я тоже бумажки пишу, книжки. Это разве материальные блага? Нет. Вот те, кто печатает книги, они заняты материальным производством. А у меня цель труда какая? Идея, да? И у вас цель идея. Вы должны правильно написать там. Не просто там что-то нащелкать, а написать, идею перенести. У нас с вами производство идей. Мы действуем в сфере обмена информацией, в сфере движения информации. А в производстве мы с вами участвуем или нет? Материально. Ну, мы находимся в производстве, материальном с вами. Находимся или нет? Нет. Не знаю. Не знаете? Можно я вам скажу? Нет. Находимся. Если бы мы не находились, мы бы умерли с вами. Мы потребляем то, что другие производят. Ну, вы завтракаем? Завтракаем. Угу. Бывает, что завтракаете? Обедаем, ужинаем. То есть мы носим то, что произведено другими людьми. Правильно? Откуда оно взялось? Это что, у меня из лекции, что ли? Вы не видели, у меня пиджак не выскакивает отсюда? Никогда на лекции. Уже мы давно с вами общаемся. Или вот некоторые говорят, наука стала непосредственной производительной силой. Прямо вот, а поскольку я представитель науки, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права, есть все основания требовать, чтобы из меня выскакивали жареные рябчики, вам только нужно тарелку подставлять сразу. Непосредственная производительность. Люди всерьез пишут, что наука стала непосредственной. То, что она производительная сила, наука – это факт. Маркс называл в «Капитале» всеобщей общественной производительной силой. А в рукописях к «Капиталу» писал, что воплощаясь в основном в «Капитале», то есть воплощаясь в машинах, в людях, в умении вашем, правда? От умения зависит производительность труда, зависит. Воплощаясь в основном в «Капитале», основной капитал – это, конечно, средство производства машины. Наука становится непосредственной производительной силой. Значит, первую часть отбрасывает,
оставляет цитату. На ухо становится непосредственной производительной силой. Вот Маркс писал. И все, и ждут, что сейчас будут выскакивать жареные рябчики у ученых. Они все не выскакивают. Может, они и выскакивают каким-то другим способом. По крайней мере, мы с вами ознакомились с тем, что некоторые люди, не занимающиеся материальным производством, не ведущие труд в сфере материального производства, оказывается, получают больше материальных благ, чем другие. Мы с вами, если мы рассматриваем процесс производства не как одна разовый акт, тогда мы с вами вообще не участвуем. Раз и все. А вот если это продолжается постоянно, то производство имеет следующие фазы. Собственно, производство, создание продукта, обмен, там, где обмен совершается. Обмен не во всех формах производства. Например, при первобытном общинном коммунизме, если общая собственность, обмена нет, правильно? Что мы будем обменивать, если это все наше? Вот видите, вот если эта ручка красная, это моя, а черная – это ваша, то мы можем поменять, да? А если это все наше, что тут менять? Вы пишете, пока его не занято, я пишу и так далее. Все находится в общей собственности. Поэтому обмен не всеобщая фаза, но она бывает, фаза производства, обмен. Если нет обмена, есть кооперация. Затем, скажем, торговля – это вся к сфере обмена относится. Торговля. И в торговле есть люди, которые занимаются материальным производством, те, которые упаковывают. А те, которые на кассе сидят, конечно, материальным производством не занимаются. А те, кто упаковывает там, если они просто взвешивают, это опять это соотнесение меры труда и меры потребления. А вот те люди, которые сворачивают, там фасуют и так далее, это продолжение материального производства уже в сфере торговли. Значит, производство, обмен, распределение. Вы участвуете в распределении? Возможно, и участвуете. Я не знаю, какие вы документы составляете. Может, вы и участвуете, так этому дать, этому не дать. Если вы подписываете такие документы, то вы участвуете. Этому дать столько, этому дать вот столько. Если вот такие документы, тогда вы участвуете в распределении. Если нет, то и нет. И, наконец, потребление. Вот мы с вами участвуем. Потому что таких людей, которые не участвуют в потреблении, нету. Почему? Потому что те, кто не потребляет, те умирают. То есть этот вопрос как бы решается сам собой, без особенной инициативы со стороны тех, кто умирает. Если они не потребляют, то ты, значит, не проживешь. Поэтому те люди, которые вообще являются живыми людьми, в условиях разделения труда, они так или иначе потребляют. Скажем, медики потребляют материальные продукты, а их деятельность направлена не на то, чтобы производить мясо, а на то, чтобы заниматься непосредственно людьми. Правильно? Они свою деятельность направляют непосредственно человека. Они его лечат. А если будешь человека лечить, так, ну, ясное дело, в это время ты не будешь производить хлеб, не работать на станке и так далее. То есть это труд не является материально производительным. Но он вообще объективно необходим, и без него общество пропадет. Там, скажем, то же самое преподавание. Чем отличается мой труд от труда парикмахера? Ну, парикмахер, он обрабатывает голову снаружи. Нам поручено обрабатывать изнутри, как бы. То есть мы пытаемся повлиять на то, что находится в кладовых знаний у каждого человека. Но труд наш, конечно, не производительный, потому что для того, чтобы жить, для того, чтобы заниматься наукой, искусством, образованием, медициной, чем угодно, вот такими видами деятельности, которые не являются материально производительными, надо, чтобы кто-то занимался материально производительным трудом. А форма производства позволяет, например, некоторым футболистам получать, или, скажем, тренерам, миллиарды. При том, что никаких материальных благ, конечно, те люди, которые организовывают вокруг футбола бизнес, я так сказал, они же не играют в футбол, как вы понимаете, директора акционерных обществ под названием «Зенит» там, или «Спартак», они же не играют в футбол, они играет в бизнес. Создаются огромные толпы болельщиков. Почему эти фанаты их поддерживают, чтобы они были фанатами? Чтобы они фанатично были преданными и несли свои денежки скромные куда? На стадион. Несите туда и в кассу, в кассу, в кассу, в кассу, в кассу, в кассу. Поэтому на сегодняшний день все футбольные клубы – это крупнейшие
предприятия по перераспределению средств. Вот были деньги у одних, стали у других. Вот они перешли, перекочевали. И собирать можно не только с богатых, можно с бедных собирать. Если много этих бедных, если миллионы бедных, значит, с них можно миллионы и собирать. Правильно? И жить безбедно. Не без бедных, но безбедно. Вот такая ситуация. Так что мы с вами находимся в сфере потребления обязательно. То есть так, чтобы люди не находились в производстве, этого не бывает. И вот теперь надо, следовательно, фиксировать положение каждого человека, наука фиксирует, экономическое, в сфере производства. А как вот определить, как охарактеризовать положение человека в сфере производства? Можно просто рассказывать, он находится вот там. А можно характеризовать его положение, таким образом рассказывать, характеризовать, показывать, что ему выгодно из-за этого положения. Вот вам из-за того, что вы студентка, что выгодно сказать? Или вас надо спрашивать? У нас нету выгод. А? Нету выгод. Это у вас вот субъективное ваше устремление связано с недостаточной развитостью еще знаний. Вам, как студенту, докладываю, выгодно хорошо учиться и получить еще и свидетельство о том, что вы закончили Санкт-Петербургский государственный университет. Я вам докладываю, что вам это выгодно. Это вы еще не осознали, потому что вопрос не в том, что вы думаете по поводу того, что вам выгодно, а вопрос в том, что вам объективно выгодно. Поэтому вот эта категория, которая у нас обозначена сегодня в заголовке, в теме лекции, это категория не сознания, а категория бытия. Она характеризует не что у вас в голове, не что у меня в голове, не что у него в голове. Она характеризует ваше положение. Вот вы перестанете быть студентом, и станете вы рабочим. Вам будет выгодно то, что выгодно рабочему. Если вы будете специалистом в этой сфере работать, да, вы будете начальником какого-то отдела или руководителем какого-то управления серьезного. Да? Что вам будет выгодно? Вот вам будет выгодно то, что связано с этим положением. Вот если вы оттуда уйдете, туда придет другой человек на это место, ему будет то же самое выгодно. Правильно? То есть вопрос о том, что такое экономические интересы, это вопрос о том, что людям в силу их положения в производстве объективно выгодно. И что невыгодно, и в какой мере. Вот в чем вопрос, который мы поставили на повестку дня. Вопрос об экономических интересах – это вопрос о том, что субъектам производства в силу их положения в производстве объективно выгодно или невыгодно, и в какой мере. Вот для того, чтобы с этим вопросом разобраться, надо разобраться с вопросом, а что значит выгодно? Выгодно означает, что это улучшает, это означает, надо разобраться с тем, какие действия или изменения этого положения улучшают или ухудшают это положение и в какой мере. Правильно? Если вот это действие улучшает положение ваше, это вам выгодно. Если оно ухудшает, это вам не выгодно. Вот. Поскольку мы с вами потребители, как мы выяснили, да, вот мы можем, как только закончится эта лекция, пойти в буфет, он уже откроется. А я даже успел и перед лекцией сходить, воспользовавшись тем, что я не студент, а и у меня начало 11:40, пока вы тут сидели, я вот был уже в восьмерке. И вот, скажите, пожалуйста, если я покупатель, что мне выгодно, подороже купить, чтобы цены выросли или цены упали? Упали. Ну, и для этого надо меня спрашивать? Нет. И вас не надо спрашивать, чтобы знать, что вам выгодно. Не надо вас спрашивать. Это объективно характеризует любой студент. Если он студент, как у нас в студенческой песне пелось, кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Ну, что тут думать? Ясное дело, что чем лучше будут условия ваши, я имею в виду, что вот хорошая аудитория, это выгодно, выгодно, чтобы в них не душно было, чтобы в них тепло было зимой, чтобы они светлые были. А это все материальные блага, это материальные блага, которые мы сейчас получаем.
Бывают аудитории плохие, холодные, душные и так далее. Вот нашу кафедру, которая была вот тут вот рядышком в свое время, кафедра социальной философии, философии истории, поскольку оттуда капало сверху, что было нам невыгодно. Нас перевели, мы думали, что на время, а на самом деле навсегда, вниз, в комнату 15, где была раньше, вы этого не помните, не знаете, а я тут, поскольку студентом был в университете и знаю давно, что здесь было, там была поликлиника номер один. И там до сих пор пахнет еще лекарствами, если вы зайдете на первый этаж. И там нет вентиляции толком. Поскольку в поликлинике вентиляция была, а тут решили, ну раз кафедры, можно и без нее и обойтись. А еще и первый этаж там не откроешь. Ну, откроешь, так надо решетки на окна. Если приоткрыть можно, как в тюрьме. То есть вопрос об интересах – это не вопрос о том, что мы думаем по поводу того, что нам выгодно. Это вопрос о том, что объективно улучшает или ухудшает наше положение. Что, поскольку мы знаем, что является улучшением положения покупателя, мы сразу можем сказать, что покупателю выгодно снижение цены при прочих равных за данный продукт, да? И невыгодно повышение цены. А представьте себе ситуацию. Вот сейчас я спускаюсь в буфет, или вы, наслушавшись моих лекций, и желая проверить, приходите и спрашиваете, почем у вас пирожок? Он говорит, 20 рублей. А вы говорите так, беру за 40. Там какое-то замешательство будет с другой стороны. Потом говорите, а вот шоколадка? Она говорит, ну, 30 рублей, беру за 70. И тогда сразу на той стороне, то есть продавцы, начинают делать вывод, что недаром наш дом окрасили в желтый цвет. Вот, и похоже, что пришли точно философы. И только они могут до этого додуматься, такие глупости спрашивать и так далее. Что выгодно продавцу рабочей силы, который сегодня продает свою рабочую силу рабочему? Вот мы будем заниматься с вами, конфликты эти разрешать, которые сплошь и рядом идут, массовидны, миллионами эти конфликты. Что выгодно продавцу рабочей силы? Это надо его спрашивать у него? Или и так ясно, что если он продавец рабочей силы, если я продавец рабочей силы, что мне выгодно? Подороже продать или подешевле? А если я покупатель? Подешевле. Вот я покупатель вашей рабочей силы. Вы спрашиваете, когда мне будет повышена зарплата? Ну подумайте сами. Ну подумайте. Вот, молодец. Никогда. Никогда я... Ну когда? Он сумасшедший, что ли? Я покупатель рабочей силы, и я должен повышать цену того, что я покупаю. Вы видели таких сумасшедших покупателей? Вы видели, нет? Я не видел. Поэтому правильный ответ на вопрос, вот он, связанный с самой главной нашей темой, социально-трудовой конфликт. Ответ на вопрос, когда нам повысят зарплату? Никогда. То есть добиться повышения зарплаты можно. Кто должен добиваться? Ну, если вы продаете, вы вот продавец рабочей силы, допустим, вы рабочий, или даже не рабочий, все равно вы продаете какие-то другие свои функции. Так? Ну, тоже как способность к тому, чтобы делать вот хорошие правильные бумаги. Так? Вы продаете. Кто заинтересован в том, чтобы у вас была зарплата больше? Вы или я? Если я ваш хозяин. Вы. Ну, и добивайтесь. А я-то тут при чем? А я что, дурачок, что я должен быть заинтересован в том, чтобы у меня денег было меньше? Где вы таких идиотов увидели? Вы скажете, я плохой человек, идите на мое место, давайте я сяду сюда, я буду делать бумаги, а вы будете моим хозяином, хозяйкой будете. И что, вам будет выгодно, чтобы у меня выросла зарплата? Окситесь, вам будет невыгодно, а мне будет выгодно, чтобы у меня выросла. Правильно? То есть обратите внимание, это самое важное, что мы должны из сегодняшней темы усвоить, что это объективная характеристика положения людей, объективная. Она не связана с тем, что я по этому поводу думаю, она связана с тем, где я нахожусь. Тому, кто находится, кто является продавцом, выгодно продать дороже. Тому, кто или бывает выгодно продать дешевле, если он от массы, хоть продает массово товар, представляете? То есть он понизил цену машины, и машина стала давать не 300% прибыли каждая, а 250% прибыли. Но продал он настолько много машин, что он за счет массы прибыли выиграл
Иначе он делает очень дорогую машину, и общая масса прибыли будет невысокой. Вот если вы будете читать Форда, известного американского миллиардера, то он ведь миллиардером стал не так, как некоторые наши, так сказать, запчасти для каких-нибудь автомобилей перевозили через границу, потом собирали, продавали, или по частям компьютеры перевозили беспошлино, а потом собирали и втридорога продавали, как Ходорковский с этого начал свой бизнес и так далее. Или хапнули сразу то, что им не принадлежит, народное достояние, а потом стали, так сказать, торговать тем, чтобы они получили почти бесплатно. Форд был изобретатель, инженер, и он ставил задачу такую, повысить зарплату, чтобы у него были хорошие работники. Раз. Что ему мешали делать, поэтому с ним судились. Ему это было выгодно. Но выгодно, потому что ему было выгодно получить хороших рабочих. Не просто каких угодно, а хороших. Раз. Второе, значит, он наводил всегда чистоту и порядок на производстве, чтобы было все чисто, в светлые цвета все, чтобы люди работали с удовольствием. И он говорит, я буду производить дешевые машины, потому что если я буду производить дорогие машины, то я буду производить работать не на богатых, а на капризы богатых. А если я буду работать на капризы богатых, я буду тогда вынужден забыть то, что я инженер, изобретатель, и вместо развития технического прогресса, вместо применения технического прогресса на производстве, я должен буду вот вручную делать то, что вот сейчас пойдет с кошельком с большим, сказать, мне вот здесь вот сделаете, вот здесь вот сумочку, здесь вот лямочку, здесь то, а вы будете этот, потом городить эту сумочку, лямочку, говорю, ну раз она пришла, так мы с нее и за сумочку, и за лямочку возьмем, хорошо. Но это не будет, это будет производство, которое большой прибыли не даст. Он миллиардер. И вот такое впечатление, что наши нынешние капиталисты, говорится, которые, так сказать, объявились как капиталисты, они же вышли не из изобретателей, не из инженеров, не из прогрессивных людей, а из людей как раз совершенно противоположного плана. Вот они, значит, захватить, обмануть могут, а прогресса осуществлять не могут. Поэтому бывают ситуации, когда это говорю. То есть надо разбираться в каждой ситуации, что человеку выгодно в силу его положения, субъекту экономическому. А субъект экономический может быть рабочий, может быть инженер, может быть начальник участка, может быть директор, правда? Может быть главный бухгалтер, может быть замглавного бухгалтера, кто угодно. Все находятся в производстве, все. Мы потребители, поэтому нам выгодно, чтобы вообще как потребителям, чтобы на вузы деньги выделялись. А там пощелкали счетами и сказали, а если мы сейчас вместо 5 лет будем, которых мы готовили специалистов, вот я как специалист здесь, выучен в Санкт-Петербургском университете, 5 лет. Наверное, потому что я не способный, поэтому меня учили 5 лет. А вас 4, потому что вы способный. А давайте, говорит, мы 1 год-то уберем и назовем красиво бакалавры. Ну, специалист вообще неплохо звучит, правда? Специалист в своем деле. А бакалавры, ну, как бы у вас по бокам лавры висят, и они закрывают то обстоятельство, что вы не можете поступить в аспирантуру, не можете преподавать в ВУЗе, а я могу. По математике. Я математику кончу, пойду, меня отсюда выгонят, я пойду математику преподавать. И не можете, если вы будете на госслужбе, иметь в подчинении больше 1 человека. То есть взяли и урезали функции. А экономия-то какая? Посчитайте. Вот поставьте вот себя на место Ливанова, я думаю, у вас получится. Ломать не строить. Вот становитесь на это место и смотрите, какая экономия. 1/5 зарплаты преподавателя долой. Потом этих содержать студентов, стипендии платить, как они считают, видимо, дармоедов, долой. 4 года вместо 5. Вот она, экономия-то. И можно все зарплаты набавлять. У нас же сейчас у ректоров, проректоров зарплата бывает примерно в 10 раз больше, чем средняя по вузу. Я 3 видел, как Владимир Владимирович увещевает ректора Московского университета и говорит, ну вот как-то не очень хорошо получается, такой разрыв. Тот говорит, мы подумаем, что-то сделаем, но что-то не знаю, что они там подумали, что сделали. Но вот разрыв по-прежнему большой. А? Ну, конечно, нормально. Я тоже считаю, что если бы
Мы же с вами уже в это играли. Если вы на этом положении сидите, это нормально с точки зрения. Правильно? То есть, если мы поставим вопрос, что выгодно? Что выгодно? Вот вам выгодно увеличение вашей стипендии? Я вот почему-то подозреваю, что вам это выгодно. Правильно? И невыгодно ее... А есть деятели, такие как Дворкович, не просто деятель, а вице-премьер. Говорит, а не надо стипендии вообще платить. Он же уже прошел через вуз. Его это уже не касается. Зачем вот сейчас тратить вот на вас стипендию? Вот на вас? Это вроде как мало считается, 1450, а вы умножите на сотни тысяч. И уже можно как-то чувствовать себя легче. Вот это самая основа конфликтов есть, различия в интересах. У всех каждого положения, у каждого человека свое особое положение в производстве. И то, что выгодно одному, совсем не обязательно выгодно другому. Правильно? И бывает, что выгода одного прямо противоположна выгоде другого. В этом случае говорят, что интересы антагонистические. Вот прежде чем прийти к формулировке, очень строгой формулировке того, что такое экономические интересы, я хочу несколько слов сказать по вопросу о том, что такое интересы в другой науке, в науке психологии. Психология изучает, как известно, не производство. Психология изучает внутренний мир человека. Правильно? Вот, а внутренний мир, я вот на вас смотрю и не вижу, что у вас там в внутреннем мире, там, что вы про меня думаете, как вы там чертыхаетесь. А так вы все улыбаетесь, так все хорошо, думаете, что он... Не будем продолжать. То есть это психология этим занимается, внутренним миром. Попробуйте побраться во внутренний мир, это очень трудно. А я в него и не забираюсь. Я просто хочу сказать, что есть такая категория в психологии, которая называется интересами тоже. И вот одно и то же слово применяется и в психологии, и в экономике, и в философии. Но философия может фигурировать, использовать и... эту категорию и другую. Но одна категория, о которой мы говорили, это характеристика экономического бытия, характеристика вашего положения в производстве. А другая категория, категория психологии, это просто концентрированная направленность внимания на удовлетворение каких-либо потребностей. Вот я сейчас на вас посмотрел. Вот я за вами заинтересовался сейчас. А до этого вот им интересовался. Выйдет из него новый Ливанов или нет? Вот интересовался я этим. То есть что, куда направлено мое внимание? Концентрированная направленность внимания, удовлетворение каких-то потребностей, может быть, объективно обусловленных. Или вот сейчас я вот им заинтересовался, что-то у него там делает, непонятно. У него компьютер, он что-то пишет, он уже что-то там уже книжку пишет, а мы тут с вами сидим только на каких-то вопросах остановились, бренных интересов. И вами сейчас я заинтересовался, потому что приятно видеть улыбающееся лицо. А то все уже кажется, что умрут скоро все студенты, а тут и есть еще люди, которые немножко живые, при такой стипендии уже приятно. То есть, но нашлись такие экономисты, а именно, вот был такой директор Института экономики Чехословацкой академии наук Отто Шик. Член ЦК КПЧ, ревизионист и ренегат, то есть отступник от марксизма, который объявил, что вот интересы, это экономические интересы, это вот именно вот это, концентрированная направленность внимания, удовлетворение определенных, объективно обусловленных потребностей человека. И у него получилось так, что вот идет классовая борьба. У рабочего класса был интерес к классовой борьбе, а потом интерес к классовой борьбе пропал. Сегодня был, завтра нет. Потом может снова появиться, тогда будет революция. То есть даже в языке разные категории интересов, вот экономических интересов, о которых мы говорили, и психологических интересов, они требуют разного управления. Интерес, я к вам проявил интерес, а если речь идет об экономических интересах, вы заинтересованы в, не к, а в этом, в том, или заинтересованы, или не заинтересованы. То есть требует предлога в, а не предлога к. Вот нельзя путать экономические интересы и психологические. Мы знаем, что такое психологические интересы. Их тоже надо учитывать, конфликтологам в том числе. Правда, чем человек интересуется? Пением, чтением, рисованием. Интересуется ли он образованием? Интересуется ли он вообще
какими-то вопросами, как со стороны которых вы можете к нему подойти, но бытие человека характеризуется экономическими интересами, которые показывают, что ему объективно выгодно. А что значит выгодно? Что улучшает его положение. Вот если это улучшит действие, ваше положение, оно вам выгодно. Если оно ухудшит ваше положение, оно вам не выгодно. А вот это действие больше улучшит, чем это, значит, это более выгодно, чем предыдущее. Правильно? Вот давайте теперь зафиксируем строго, что такое экономический интерес, и запишем определение. Оно довольно длинное получается. Экономический интерес – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений. Экономические интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им объективно выгодно. Которая показывает, что им объективно выгодно. А именно, что улучшает и что ухудшает их положение, и в какой степени. Это же можно расшифровать. Какие действия или изменения, как бы раскрываем это, какие действия, после запятой, или изменения улучшают или ухудшают их положение, и в какой степени или в какой мере. Это одинаково. Значит, еще раз давайте повторим. Значит, что такое экономические интересы? Это такая объективная характеристика, да? Положение людей, объективная характеристика. Это не то, что мы с вами придумали. А что объективно? Вот улучшает или ухудшает? Объективная характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что в силу этого положения имеется в виду, что в силу этого положения улучшает или ухудшает это положение, и в какой мере. И расшифровываем, какие действия или изменения улучшают это положение, какие ухудшают и в какой степени. И вот после того, как мы с вами сформулировали это вот определение интереса, довольно сложное, и в то же время и простое по замыслу, по смыслу, что вам выгодно, то в этом вы заинтересованы. Не выгодно, значит, в этом вы не заинтересованы. И все, правильно? Оно в этом смысле и может просто трактоваться. Но мы его сделали, так сказать, на все случаи жизни. Из этого следует, что у человека многообразное поле интересов, правильно? То есть много интересов. Есть долговременные интересы, связанные с такими изменениями, которые... Вот вы сейчас одну работу делаете, а вообще вам выгодно. Ну, у нас есть же вот министр там. Значит, или там, скажем, руководитель счетной палаты у нас есть, женщина, да? Почему вы не можете работать с руководителем счетной палаты? Вам выгодно бы стать руководителем счетной палаты России? Вот у нас же из нашего университета президент вышел, два президента вышло уже, и Путин, и Медведев. Министр финансов, бывший, Кудрин у меня дипломником был, а вы у меня студентка, а вы будете, он может, руководителем счетной палаты. Там такое здание на Зубовском бульваре. Очень хорошее. И зарплата там тоже хорошая. Не знаю, не говорят. Как только большая зарплата, помалкивает. Бывший руководитель ОРЖД даже договорился с премьером Медведевым, чтобы его не разглашала зарплата. Хотя зарплата членов его правления известна – 5 миллионов в месяц. А у него, ну, видимо, маленькая была, прям стыдно показывать, что маленькая. Пойти договориться с премьером, чтобы это не оглашалось.
Вы не хотите сделать свое секретное это, сведение о вашей стипендии, чтобы народ не расстраивать? А как скажете, так народ сразу начинает скучнеть. Ему неудобно становится. То есть интересы долговременные, связанные с длительными изменениями. Есть интересы, ну, например, вот интересы, связанные, вот рабочие могут бороться за лучшие условия продажи своей рабочей силы, да, тогда их интерес ближайший в чем состоит? Копейку на рубль добавь, большую цену продать свою рабочую силу. А нельзя ли всю эту продажу уничтожить, чтобы не продавали рабочую силу? Как вот при социализме рабочую силу не продавали, получили общий продукт. Часть распределили по труду, а основная часть была по потребности. Вот мой коллега, кандидат экономических наук, посчитал, Виктор Иванович, посчитал, что сегодня самую большую долю в доходе в затратах. Затратах. Составляет то, что затрачивается на услуги и блага, которые при социализме были бесплатными. Это жилье, всем понятно, в каких цифрах это теперь обрисовывается. Жилье – это медицина. Ну, если у вас насморк, мы вас вылечим по страховке. А если у вас что-нибудь серьезное, ищите родственников, знакомых, собирайте медицину и образование. Сколько у нас на юрфак? 70. А? 270. Сколько? 300. Сколько? Около 300. Это за год, да? Да. Около 300. Мы в этом смысле у нас философски это очень дешево. Ну, 175. Сколько у нас сейчас? 175. 175, да? Это значит где-то по 87,5, да? Нет. 175? Да. По 80? 8,5. Нет. Да. Да, да? 87,5. По 87,5. Семестр, да? Ну да, 160 и еще 15. 175. Да. Ну вот. Так вот, эти затраты, эти в социализме были бесплатные. Вот, скажем, я тоже был студентом, ну, стипендию нам платили, конечно, не такую, а такую, на которую можно было прожить. 35, потом 45, потом у меня было 60, Чебышевская. У Ленинской была 80, а у директора Кировского завода было 120 рублей зарплаты. Можно было жить. Прожить можно было без родителей. И не умереть. Сейчас прожить можно без родителей, но недолго. Все вы смеетесь, это же грустно. Приятно видеть людей, которые хотя и грустно, но они не теряют присутствие духа. Да. Чем отличается это? Оптимист от пессимиста, знаете, да? Пессимисты говорят: хуже уже некуда. А оптимисты говорят: а могло быть еще хуже. Это о возможных вариантах развития как раз. Изменение положения, правда? Как раз об этом. Значит, есть долговременные интересы, есть сиюминутные, текущие, есть коренные интересы, есть побочные интересы. Поскольку с каждым изменением в производстве, с каждым изменением в жизни связан какой-то интерес. То есть вы сразу его смотрите, как он меняет положение. То вообще говоря, интересов бесконечно много. И когда человек гоняется за одними интересами, он может упускать интересы другие. Вот в частности есть такое понятие оппортунизм, хотя оно такое политическое понятие, но оно прямо относится к той теме, которую мы обсуждаем. Что говорит, как вот Ленин определял, кто такой оппортунист. Оппортунист – это понятие, относящееся к членам какой-то партии, непосредственно к этому. Он не предает своей партии, не отходит от нее.
Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроению минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным. Кто? Ну, это вот так в политическом смысле. А мы, если возьмем эту часть, которая связана с интересами, принесение коренных интересов в жертву побочным и сиюминутным, то мы получим оппортунизм, который такое понятие, которое применимо в любой сфере деятельности. Вообще-то надо встать и пойти на лекцию, но можно перевернуться на другой бок и поспать. А цвет лица еще никому не повредил. Хороший. А то некоторые сидят тут грустные такие. Потому что поздно, рано встали. Вот диагноз очень простой. Потом можно подготовиться хорошо к экзамену, а можно пойти и погулять. И так далее. Но и то надо, и то надо. И вот если вот чем отличается, скажем, неоппортунисты, если они коренные вопросы свои решают, то они со временем начинают решать и побочные интересы, сиюминутные, очень хорошо. Ну, как люди, которые имеют такие мощные средства производства, потом имеют высокую производительность труда. Вот если вы прочитали какие-то фундаментальные произведения науку логики, прочитали, потом вы будете там светиться в своей области. А так вы будете вечно какие-то книжки читать, и каждый раз вас будут тыкать, сказать, этого не знаете, того не знаете, этого не знаете, того не знаете, этого не знаете. И все у вас плохо. Потому что, как известно даже из сказки про трех поросят, одни строят соломенную избушку, другие деревянные, а третьи каменную. И вот те, которые строят соломенную и деревянную, смеются над тем, кто строит каменную. А когда волк прибежал, то уже смеялся тот, кто их пустил, потому что и соломенную волк быстро разрушил, и деревянную. Ну, а каменную тут что делать? Он полез в печную трубу, а там они уже котел подготовили с водой, кипящий. Так. И вот тут и волку конец. Это вот сказка о борьбе с оппортунизмом. То есть вообще каждый человек должен бороться со своим оппортунизмом. Человек сам. Причем это трудная задача, это противоречие, правда? И то надо, и это надо. Ну вот чем отличается результат? Вот если не оппортунист, у него, значит, единичка стоит в начале, поэтому каждый вот текущий интерес, а потом другие дела прибавляет по нолику. И у него там вот 6 нулей прибавил, получится миллион. Оценку я имею в виду, не деньги, оценку, но это может быть и деньги. А тот человек, который вот это сделал, все это ноль, а единицы нет, и все это вот впустую. Потому что, ну скажем, чтобы стать хорошим специалистом, что нужно? Лекции слушать хорошо, экзамены сдавать хорошо, так, зачеты сдавать хорошо, книжки читать хорошо. Ну, когда все книжки вы прочтете, что будет? Кто вы будете? Многознание уму не научает. Так? Библиографом будете. Я к вам подойду, скажу, а где вот это найти? Сказать, это вот на той полке стоит. Когда все прочтете. Вот там, библиотека Академии наук рядом у нас. Умный человек – это тот, который много читает. Кто такой умный человек? Вот вы знаете, вы умным хотите стать. А кто такой умный человек? Не знаете? То есть хотите стать, но не знаете. Хорошо. Так, а кто не знает? Может, вы уже умный. Зачем вам еще что-то заниматься? Что-то зря тут сидите, вот, мучаетесь. Я смотрю, что вы такой скучный. Вот некоторые веселые, они уже решили эту проблему. А вы все... Ну как вы думаете, кто такой умный человек? Ну нам бы надо знать вообще-то. Ну хочется умный, уму набраться хочется, правда? А что такое умный человек? Тот, который много знает. Много знает. Я вам только сказал, многознание уму не научает. Это известно. Кто много знает, может это знание применять. Да, кто использует свои знания. Использует. И использует. Много знает и использует. Кто ты умный? Какой результат-то использования? Пользу какую-то. Какую-то пользу. Если какую-то пользу вы приносите, уже умный. Хорошо. Ну, уже как-то, ну, уже неплохо, да? Уже хорошо. Потому что если вы вообще никакой пользы не приносите, это точно не умный. Это точно. Это ограничение такое. Так вот, как показывает исторический опыт, что умные люди, они
могут различаться соотношением таких двух сторон своей, так сказать, деятельности или своих способностей, что, с одной стороны, он должен быть настолько способен и настолько начитан, чтобы самостоятельно решать серьезные проблемы. Правильно? Но если не серьезные проблемы, он пользу приносит, не серьезные проблемы решает. Он умный человек или нет? Хи-хи-хи, да ха-ха-ха. Ничего он не решает серьезного. Серьезные проблемы должен решать. Самостоятельно, а не то, что... А вот объясните мне, как вот это надо? Как вот сейчас, когда человек студент спрашивает, это нормально как раз. Если вы меня спросите что-то, вот странно было бы, скажут, вы же должны, вы лектор, вы объясняете, а мы-то что вы нас спрашиваете? Я вас спрашиваю чисто методически, чтобы, так сказать, вы себе поставили вопрос, а вообще не обязательно вы должны это знать. Вы же еще и студенты. Студенты – это те, кто обучается. Поэтому никаких претензий к студентам, что по поводу того, что они не знают, быть не может. Ну, так если бы вы все знали, так вы же не студентом были. И наоборот, я, скажем, если я не отвечаю, скажу, ничего себе лектор. Его спрашиваешь, а он не может ответить. Откуда таких лекторов берут? Они из студентов идут, выходят. Так вот, умный человек, настолько способный человек и настолько начитан, что может самостоятельно приходить к правильным выводам, правильным. К неправильным выводам и есть кому прийти, безумных людей. При этом соотношение этих двух сторон, начитанность и способности, разные может быть. Один человек больше способен, но не начитан, он не развил свои способности и, так сказать, достаточно умным не стал. А другой, скажем, в определенной степени начитан и в определенной степени способен, и он гармонично это использует для решения каких-то проблем. На одних способностях не проедешь, на одном чтении книг тоже не проедешь, потому что чтение – это потребление знаний. Когда вы будете много-много потреблять знания, вы будете потребителем знаний, а вам же нужно новые знания создать, правильно? Вам нужно новые проблемы решить, а вы научились все потреблять. У нас с вами положение пока потребительское. То есть вы сидите и потребляете. Вот я имею в виду вот здесь, в ВУЗе сейчас, как студент. Студент что делает? Потребитель знаний. Когда вы на экзамен приходите ко мне, вы уже будете не потребитель знаний. А вы будете воспроизводить, а я буду потребитель. Наоборот, сидеть и слушать, что вы там говорите. Потреблять то, что вы будете формулировать. Меняется положение. И вот мы хотим, если хотим стать умным человеком, значит, надо думать самому о том, как мне эту проблему разрешить. Вот я вам советую разрешить вот таким образом читать. Меньше читать книжек средних, плохих и хороших, а больше читать гениальных. Потому что гениальных книжек столько, гениальных, что их вы за всю свою жизнь не перечитаете. А раз так, зачем вы тогда читаете просто хорошую книжку, когда вы не успеете прочитать даже гениальную? Непонятное поведение ваше, непонятное мне. А вот у меня, говорит, свежий год издания. Ну, у нас свежий год издания, а вот геометрию мы изучаем по Евклиду. Да? И что, после Евклида теоремы другие стали, что ли? Или что, 2×2=4 стало 2×2=7? Или некоторые думают, это где-то 4,3, там 2,8. Где-то так. То есть есть вещи нетленные, так, и которые в науке закрепляются навсегда. Ну, а есть приходящие. Сегодня эти написали, высказались, мнение. Меньше мнений, больше знаний надо получать. Вам, скажем, это от любого требуется, скажем. Вам что, мое мнение нужно? У меня мнение, по какому вопросу вам мнение высказать? Вот до Луны, я считаю, 50 километров, я еще не ходил. Вам такое мнение нравится? Оно особое у меня. Других ни у кого больше я не слышал. По мнению. Не, я слышал, что там до Луны где-то 380 тысяч километров, но я с этим не согласен. И вот таких вот книжек, в которых написаны всякие мнения тех, кто их написал, особенно сейчас, когда книгу может любой издать, болван, у которого деньги есть, он, значит, сейчас отнес. И не видели объявление? Вы авторы, мы издатели, несите свое барахло, мы его издадим, деньги получим. И вы получите свою барахляную книжку. Ну, смысл такой, но он красиво так изложен. Этот смысл. И этой макулатуры издается тьма. Тьма. Вот скажем, а развитие идет так, что много-много было химиков, а один человек создал периодическую систему элементов. Это товарищ Менделеев, Дмитрий Иванович. И равного ему в этом смысле нету.
Или вот физика развивалась, 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 а есть Ньютон и ньютоновская физика, а есть Эйнштейн и эйнштейновская теория относительности. А обобщающих картин, физических картин мира, вот и больше и нету, две. А надо, так сказать, все это знать, понимать. То есть все остальное имеет пользу, если вот это вы знаете. Если этого не знаете, то все остальное вам ничего не даст. То же самое, скажем, в области политэкономии, кроме капитала, нет ни одного обобщающего произведения, ни об одной общественно-экономической формации. Нету ни одного. Это единственное произведение. Там, правда, три тома. Но вы три тома прочитаете, это на всю жизнь. А так вы можете 33 тома прочитать. Я однажды, поскольку я был в аспирантуре экономического факультета и кандидат экономических наук, я вот на летах взял такую большую книгу вот такого размера «Течение экономической мысли». Все лето ее читал, потом плевался. То я кто лес, то подорвал. Никакого доказательства, никакого обоснования, никакой системы нет. А вот мы так считаем. Он сказал то-то. Ну, что-то. То же самое, скажем, возьмите вы философию. До Гегеля никакой системы всеобъемлющей философии, которая бы дала диалектику, хотя диалектики были, которые по частным вопросам высказывались. Тот же Гераклит высказывал всякие гениальные мысли отдельные, а системы диалектики никто не создал. Человек освоил эту самую диалектику Гегеля, он может ее применять где угодно. Где угодно. В том числе для решения текущих задач и осуществления текущих интересов. У меня вот были такие дискуссии с некоторыми своими коллегами там в аспирантуре. Он говорит, вот... Я говорю, ну как у тебя дела? А вот докторскую я там что-то делаю. А ты, говорю, Гегеля читал? Нет, не читал. А некогда, говорит, я вот тем занимаюсь, этим занимаюсь. Я вот книжки пишу. А сколько у тебя работы? 20. Я говорю, у тебя 20, у меня 200. Прочитал бы ты Гегеля, ты бы 300 написал. Ну, сейчас у меня 320 работ. Ну, потому что если вы хотите, так сказать, получить какую-то высокую, так сказать, получить высокую производительность, в том числе в научной области, так надо взять какие-то серьезные работы. Общение с умными людьми, в том числе не обязательно с теми, кто уже сейчас живет, а с теми, кто и раньше были, оно не проходит бесследно. И наоборот, общение с дураками бесконечное тоже не проходит бесследно. В том числе и с такими дураками, которые пишут книжки. Потому что там стоит свежая дата. Ну и что? Дата-то свежая, а наука-то барахло. А для того, чтобы разбираться, что хорошее, что плохое, ну надо как? Вот если вы гениальные какие-то вершины знаете, тогда вы можете где-то поценить. Это идет, так сказать, куда-то, где ближе к этим, к вершинам, или это как очень далеко от них. Тогда не разобраться иначе. Нет никакого компаса в этом море знаний, потому что все же никогда не прочтешь. И все и не надо читать. У меня вот был такой случай, я вам его расскажу под занавес. Когда я был студентом, а я студентом был математико-механического факультета, встречаю нашего профессора кафедры астрономии Никитина Алексея Алексеевича. Он говорит, Миша, ты плохо выглядишь. Я говорю, а чего? А ты, наверное, много читаешь. А что, говорю, это плохо? Ну, конечно, говорит, ты разучишься думать. Я так удивился, думаю, надо же, вот. Человек пришел, говорит, ты много читаешь. Я-то старался читать, читать. Он говорит, ты много читаешь. А что надо делать, кроме читать? Думать. Вот, человек знает, золотой человек, думать. Думать надо. Если у вас мало времени, что нужно сделать? Разделить его пополам, половину времени читать, вторую половину думать. Мне, говорит, некогда думать, трясти надо. Не знаете такой анекдот про экономиста? Нет? Эксперимент делали такой. Подводит обезьяну к банановому растению. Оно, как известно, не дерево, это трава. Но листья большие. Показываю. Обезьяне говорят, думай. Обезьяна показывает ей на палку. Она сначала потрясла, не падает. И на палку показывает, говорит, думай. Она берет палку и раз, и сбила банан. И съела. Подводит экономиста. Он как увидел банан. Ему говорит, думай. О. Когда думать, трясти надо. А вы не видите, что у нас вот экономический блок сейчас трясет? Ему надо ставку процента сделать до 0,25.
А он что делает? Он трясет. Но он сейчас трясет из наших карманов. Не просто трясет. Потому что мы должны везде ставить вопрос после изучения темы экономической деятельности. А кому это выгодно? Правильно? Вот если мы хотим разобраться в каких-то делах общественных, в том числе в конфликтах, мы должны разобраться в том, кому и что выгодно. Вот тогда мы будем разбираться. Если мы этого не выясним, тогда мы ни в чем не разберемся. Тогда мы никакой не конфликтолог. Логос. Логос – это знание. Знать конфликт – это знать, кому и что выгодно из участников конфликта. Правильно? И тогда мы можем понять, как вот это разрешить, какой найти вариант, при котором и меньше противоречия интересов, или, по крайней мере, в какой-то степени тот и другой будут реализовываться. Или наоборот, одну сторону удалить. Бывает и такое. Бывает? Бывает. Как в период революции. В период революции конфликт разрешается, чтобы была Россия феодальная страна. Раз, царь отрекся. Михаил, которому передал Николай II царство, тоже отрекся. Мне говорит, это не надо. И все. А экономически Россия уже была буржуазной к февралю 17 года. Конфликт разрешился, очень хорошо. Ну а то, чтобы вообще после этого не было конфликтов, такого не бывает. Спасибо за внимание. До следующего раза.